So we have visited many parts of Ukraine, like Kyiv, Kharkiv, and Irpin and Bucha. And we found that there is so many restricted places attacked by Russian army. Приходили люди полностью в черном, и была написана как полиция. И по итогу было так, что приходили эти люди, ну, и убивали всегда два человека, всегда. То есть больше смертей не было, и получается, они шли от, ну, девятиэтажки, там, где 9 этажей, ну, в общем. Они заходили туда, и вот так вот и шли, и убивали по два человека. Кожен громадянин, який втратив помешкання, який втратив можливість жити в тих будинках, навіть які уціліли, але фактично без вікон, без дверей або вигоріли, ми обов'язково встановимо, відбудуємо, допоможемо. Расскажи, как тебе зашли русские в подвал? Ну я сижу, там набираю воды, и вот такой бац, и русский заходит, считает нас. Ну, а папа выходит, и они на него автомат направили, и вот так вот получилось. И пошел в подвал, а уже когда стихнуло воззрение, так чтобы они меня не видели, я сразу побежал в подвал. Вот. Ну и после этого они зашли к нам в подвал и проверили, вот это кто есть, кто посчитали людей, но никого не убивали. Это наша постель. Ага. Вот это мы с человеком вдвоем, то мы тут спали. А там рядом соседи, они эвакуировались. Ага. Эвакуировались, то они прямо так на полу расстелили поддоны. И расстелили это самое, матрасы, одеяло. А вот убрали колодец, нам женщина давала. Чуть-чуть там, где гаражи. Вот это мы с человеком спали тут. Смотрите, вот это ребенок игрался тут у нас, видите? Вот и столик, и стульчик, и все. И ее сумочка, и вон корзиночка. И все, детяточка игралась. Вот это окошко смотрели, они мимо дома шли. Когда только заходили. В это окошко мы смотрели за ним. Мы тихо стояли, мы фонарики, телефоны подключали, чтобы звука не было. Я не знаю, вот там, далее, там. Там за яром, за яром. За яром там. Вот оде дерево, то обрізані, вот там. Вон, бачите, дерево обрізані. Вот там, і там люди на городі похоронені. І отут посадки люди похоронені. Тоже. Це ми і проїхали, кажу, от так кажу, бо я тут намолилася. А вторично ту машину розстріляли з автомату, вторично вже. А ну наскось, двоє дверей наскось, железні двері, і ті, вон. Третій двері не пройшло. Ну так, ой, вони захоплені.
Наразі я звернувся до своїх громадян, які виїхали з міста в період окупації, щоб вони поверталися спеціалісти, співробітники комунальної сфери і медицини. Решті громадян не рекомендую це робити, тому що особливо жінкам, дітям, тому що місто ще не має тієї забезпеченої інфраструктури для звичного для нас режиму. Как сказать, военные, они добрые, они, тут меня не убил, и второй раз меня тоже, когда они заходили к нам в подвал, тоже не убивали. А вот именно черные, я даже не знаю. Так вот. Потому что попали в водонапорную башню и вообще без ничего. И по итогу мы через 15 дней принесли генератор. Вот, у мужичка в гараже он был. И вместо генератора у нас работал на солярке. И по итогу у нас было, и мы каждый день по 2 часа где-то заряжали телефоны. И собственно, у всех на счету было, и мы там на 2G слабый интернет был, и мы ловили Viber, там, телеграм-каналы, и вот это вот. На всех этих телеграм-каналах мы ловили, где наша армия, кто, где и как. Вот так. Телефон сховала, щоб його, тому що вони за телефони розстрілювали. От за такі телефони, не за такі маленькі, а за такі телефони. А як ви ховали? Отак сховала. Везде, де можна, ховала. В труси, в носки. Да, вони їхали туди, їх зупинили оце біля моста. І їх розбомбили, виходить. Наші. Вони спалили оце супермаркети, оці всі ці дома попалили. А вони на тому адресу. Ну, я дай пам'ять. Це десь на початку було, десь.
макарон. Чи на цю танк приїжджав?